Утверждают специалисты, в Украине дела обстоят плохо. Но хуже дела обстоят в Украине в российских новостях. И сейчас мы хотим показать вам образ украинцев, сформированный российским телевидением. Итак, обычный день. Да. Обычная украинская семья. Да. Глазами россиян. Да. Смотрим. Сын! Что? Что делаешь? Домашнее задание. Памятник Бендере люблю. Молодец! Поешь сало. Угу. Жена! Чё? Ты где была? Как где? На выборах. Сколько раз тебе говорил, сама по улице не ходи. А то у нас почти война. А шо? Шо-шо? Что-то в хате холодно. Поди газ укради. Не могу. Я сало ем. Вот салоеды. Сало на вас не напасешься. Где деньги-то брать? Где деньги брать? Да. Завтра пойду грузинам оружие продам. Завтра нельзя. Завтра ж выборы. Так вчера ж были. Ну так сегодня ж не было. Не, лучше я сало поем. Может, все-таки выберем кого, а? Точно, давай выберем кого-то или сало поедим. Папа! Что? Можно я пойду погуляю? Иди с салом погуляй. Да не, я на улицу. А ты русский язык выучил? Да. Тогда никакой тебе улицы, сиди, забывай. Как забывай? Как? Сало ешь. А. Ой, что-то скучно мне стало. Ой, скучно. Ой, весело мне. Ой, хорошо. Ой, веселье у меня. Привет, мать. Привет, дочь. В Москву я еду. Это зачем? Проституткой работать. Молодец. Смотри, только сначала в театральный не поступи. Ты это... Как в Москву понаедешь, сразу позвонишь. Хорошо, позвоню. Ладно, заболталась я с вами. Пойду в спальню свиней покормлю. Давай, жена, а? Давай лист бумаги, письмо писать будем. Кому? Кому, турецкому султану. Мы ж, дебилы, никому больше письма писать не умеем. Дайте сало, здрасте. Здорово, кум. А где кума? А шо? Да шо-то давно подо мной не было. Ну шо делал, кум? Да плохо все, не спал всю ночь. Путина боялся. Молодец, а я русских из Крыма выгонял. Зачем? Зачем, чтобы историю исказить. О, как. Что-то скучно мне снова стало. Давай пошокаем, погэкаем. Шо? Гэ. Шо? Гэ. Да шо-то не то. Да. А ну давай так. Шо? Гэ. Смешно. Шо? Весело нам. Ох. Да. Веселуха. Хорошо. Ой, что-то спину ломит. Пойду полежу. Америке? Естественно. Кому же еще? Слышь, кум. А? Что там по украиноязычному телевизору показывают? О, шо. Опять драка в Верховной Раде. Кто дерется? Кто? Президент. Какой? Все трое. О. Порядок. Да. Слышь, кум, одного не пойму. Мы же с тобой украинцы. Да. А почему же мы все время на русском языке говорим? А как же тогда русские зрители поймут, какие мы с тобой дебилы? Чё? Э! Чё? Э! Эй, бендеровцы, идите жрать, там сало остывает. Чё? Э! Чё? Э!